Внимание, это специальный репортаж. Мы находимся в офисе компании InfoCity. И как нам только что сообщили, все сотрудники куда-то исчезли. Попробуем отыскать хоть кого-нибудь. Пошли. Все кабинеты пусты, закрыта лишь одна дверь. Кабинет генерального директора. Заглянем сюда. Ксения, что вы делаете? Да плана немножко не хватает. Мне сказали, иди ищи. Вот я искала, вот нашла. Все, я пошла. Екатерина, что вас заставило покинуть рабочее место? Я деньги на подарок собираю начальнику. Понятно. Владимир, почему здесь с таким аппаратом у директора в кабинете? Катя опять собирает деньги на подарок. А, Анастасия, почему вы сидите на столе директора? Ну а где же мне сидеть? Ее нет, я тут порядок навожу. Вот это что такое? Уважаемый руководитель? Да что за бред? Часто вы тут находитесь? И... Редко, но регулярно. А вы не боитесь, что вам достанется? Да она не заметит. Столько много бумаг. О, господи, а это что за женщина? Женщина, вы кто? Чё надо? Ой, Катя, тебя не узнала. Ты ж трудоголик, почему спим? Это миф. Потому что в отсутствие начальника я люблю здесь поспать. Боже, что происходит? Что происходит? Смотри. Маш, ты что делаешь? Ты зачем рушишь компьютер? Сильный компьютер у директора получится хорошая монтажная. Нина, почему ты сидишь за столом директора и у тебя ноги на столе? Ну, я только сегодня написала заявление, мне его еще не подписали. А мне подписали заявление на увольнение, и теперь мне все можно. Паша, а ты что делаешь в кабинете директора? У нас нет курилки, я здесь курю. Да чего же мы так счастливы с тобой, наша Таня, человечек дорогой, по листочку научила песни петь, и попробуй в день рождения не суметь. А мы не хотим по листочку, а мы наизусть хотим. Свободу, нам дайте свободу, второй мы куплет сочиним. Главный, не исполнить нам нельзя, нам директор наваляет пиздюля. InfoCity, это вам не РПА, огуречки, тут никто не отменял. А мы не хотим на диету, а мы шашлычков хотим. Сейчас допоем, и давай-ка, директор, мы свой коллектив покормим. Именины мы сегодня отметим, с днем рождения нашу Таню поздравим. Вот опять вы перепутали здесь все. Мы с Татьяной тут филологи, на что? А мы не хотим по закону, а мы все торты и пальты хотим. Свободу, дай мне свободу, и Нине говорить запретим. Что-то песня не про Таню, а про нас получился. Вот какой-то